Итак, ребята, всем привет, с вами снова Михаил, мы находимся в игре Sherlock Holmes Devil's Dota. Итак, в предыдущей серии мы очень неплохо затупили на том, что я просто элементарно не мог увидеть клавишу, которая подтверждает то, что мы правильно решили головоломку, и потратили, ну, не соврать, может, минут 5-10, что очень обидно, к сожалению, получилось. Но ладно, сожалеть об этом уже поздно, давайте двигаться дальше. I'm always ready to help anytime, Holmes. Так, это мы уже слышали. Так, факты о преступлении. Захария Грейс така убила нечто со стороны пьедестала, на котором стояла клубная статуя. После убийства сэр Чарльз видел убегающую статую. Проклятие падает на любого, кто потревожит священный храм. Они встретят смерть от восставшей статуи. Ну, это, конечно, глупо, но предположим. Конечно. Сэр Чарльз не видел бегущую статую. Он либо лжет, либо бегущая фигура была кем-то еще. Вот так вот. Так, а из оставшихся фактов нам больше нечего составить, да? Ну да. Так, ну пойдем труп тогда осмотрим. Пока нет надобности беспокоить инспектора Лестрейда. Морг. Нам сюда. Так, ничего интересного пока нету. Ладно, поэтому начнем сразу изучение. Ого, вот это ты толстый. Коронер упомянул в заключении некоторые повреждения сердца и желудка. Интересно. Это был сильный бросок. Копье прошло сквозь тело. Да, конечно, ты толстый очень, реально. Откуда у тебя шрамы эти, интересно? Это входное отверстие от копья. Убийца целился в сердце. Орудие убийства бросил сильный и умелый человек. Вероятно, сквозь связь между Захарией и проклятием можно бы найти в археологическом клубе. Мне нужен ордер на обыск. В археологическом клубе, интересно. Старые шрамы. Интересно, от чего это? О, аппендициты мы удаляли. В желудке найдены следы алкоголя. По всей видимости, Захарий выпил незадолго до смерти. А, ему просто желудок вскрывали. Понятно. Красный глаз. Похоже, серьезная инфекция. Нам нужно получить ордер на обыск, чтобы осмотреть клуб. Да, конечно, жесть полная. Идем получать ордер на обыск. И нам в дверь прямо. Shapes of Gnosis. Разве вам не полагается расследовать свои дела вместо того, чтобы докучать мне? И вам хорошего дня, инспектор. У меня будет к вам небольшая просьба. Мне нужен ордер на обыск по делу об убийстве в клубе. Нет, нет и нет. Так. Мешки под глазами, недостаток сна. Сейчас я тебя выведу на чистую воду. Это что такое? Красное пятно. Вино. По-любому вино. Так. Аспирин. Обезболивающее. Аспирин, ну... При похмелье он бывает, да, помогает.
Чистил оружие в хорошем настроении. Ха. Хм, дамский платочек. Женский почерк, письмо от Робинов. Духи дорогие, женский платок. Я вот только насчет похмелья не уверен, я не помню, для чего аспирин нужен. Знаю, что он при головной боли помогает. Так. Ну, давайте поставим на похмелье. Хм, неплохо. Лестрейд вымотан. Прошлой ночью он не спал, он пил вино. Теперь у него болит голова. Чистка оружия указывает на его хорошее настроение. Он хранит надушенный платок дамы на память. Миссис Робин, жена члена британского совета. Может быть причиной хорошего настроения у Лестрейда. Ах ты, старый пройдоха. Так, а это что? А, у нас все с этим уже, да? Календарь мая таит в себе проклятие. Убийство произошло так, как описано в проклятии. Поскольку жертва убийства была членом археологического клуба, клуб требуется осмотреть. Нужен ордер на обыск. Поскольку ордера у меня нет, нужно заняться чем-нибудь еще. Кстати, вы не знаете, сэр Робин по-прежнему в городе? Понятия не имею. Почему? Скажите на милость, по-вашему, я могу это знать? Что ж, полагаю, возможно, я решил дело о, назовем... распутном инспекторе. Нет, это не то, что вы думаете. Не было ничего постыдного. Вот, забирайте свой ордер. Так он отказал вам дать ордер на обыск? О, нет, он у меня. Мне пора, Ватсон. Увидимся позже. Пока нет надобности беспокоить инспектора Лестрейда. Да, это было круто. Так, и где мы сейчас окажемся? А, прямо у Скотланд-Ярда, неплохо. Я бы даже прогулялся здесь. А здесь и негде гулять, да? А, нет, вон улица какая-то есть. Сенсация. Жестокое убийство копьем в местном боулинг-клубе. Невозможно представить, что могло заставить убедить человека совершить такое ужасное нападение. В обнаруженном теле мистера Захария Грейстока было найдено тяжелое копье, пронзившее его насквозь. Так. Невероятная жестокость. Любопытный факт. Одна из статуй боулинг-клуба исчезла сразу после убийства. Могло ли это быть мотивом преступления? Сплошная желтуха. Так, туда я не хочу идти. Что-нибудь интересное тут происходит. К сожалению, что-то как-то тускло. О, а вот это интересно, тренировка по боксу. Вот это я удачно зашел. На самом деле, но интересно, увлекательно. Добавляет экшена. Ударов нанесено 4, ударов пропущено 0. Время 28 секунд. Новый рекорд. Неплохо. А, нет, нет, я не хочу пробовать снова. Ну ладно. Фух, я кое-как успел, я перепутал клавишу.
случайно нажал, блин, а? Нулю, отлично. О, на одну... Как? 29 же секунд. Странно. Почему? Я не хочу пробовать снова. Ну, я их победил, короче. Для себя я это обозначил. Не зря зашел. Ну ладно, давайте двигать дальше. Насколько я помню, домой мне не надо что-то исследовать. Давайте заглянем. Так, ну ордер на обыск мы получили. Раз и приехали. Can I help you, Mr. Holmes? Ну, эти все еще тут трутся везде. Ну ладно, хоть труп убрали. Алло. Сэр Чарльз, у меня есть ордер на обыск. Я бы хотел заглянуть внутрь помещения клуба. Понятно, вот ключ. Но я протестую. Удачи. Так. Да, мы это читали уже. А вы что тут третесь? Это большая проблема. Думаешь, клуб закроют, говорят они. А, сэр Чарльз был капитаном гвардии. Неплохо. Пятидесятилетие лорда Стивенсона. У Чарльза Йеллингена... Большая семья, короче, у него. Фамилию хрен прочитаешь. Опа, платочек какой-то. Дорогой Чарльз, доводим до вашего сведения, что мы успешно перевели новый платеж на счет вашего клуба. Тем не менее, платежный период сокращен до одного месяца. Сумма кредита до 1000 фунтов, по-моему, да? Из-за предыдущих просроченных платежей. Если вы пожелаете ознакомиться со счетом, обратитесь к управляющему банка. Мистер Блэк, счетовод банка Ллойдс. Март 1881 года. Ювелиры. Несс и сыновья. Сэр Чарльз Йеллингем. Мы подтверждаем получение вашего предмета 458 грамм чистого золота в виде части золотой гватемальской статуи. Мы согласны его купить. Деньги будут переведены в течение 48 часов после получения этого письма. Несмотря на то, что эта сделка полностью законна, мы уверяем вас, что сохраним все в тайне. Министру... мистеру Оливье, руководителю компании «Королевские праздники», организовать церемонию награждения по случаю самого известного соревнования в нашем клубе. По плану заявки для приема 20 ящиков шампанского, обед на 40 человек из ресторана, местный музыкальный ансамбль для развлечения, 30 цветочных композиций для украшения стола, пригласительные карточки для гостей. Мне известно, что это будет дорого стоить, но прошу вас предоставить мне время
для этого платежа. Ведь я помню, сколько вы были великодушны в прошлый раз. Заранее благодарю. Кому? Сэру Чарльзу Йеллингему. От Британи Лавлейса. Бритни Левлейса. Лавлейса. Начальника финансовой службы банка Ллойдс. Дорогой сэр Чарльз, по нашим данным, вы снова задержали, и это в четвертый раз, платеж по кредиту, взятому у нас. Любая отсрочка платежа повлечет пеню. Ага. Изучив ваше предложение, мы согласились принять в качестве платежа по кредиту часть коллекции вашего клуба. Она будет продана на частном аукционе. Все вырученные деньги будут направлены на ваш счет. Любопытно. Похоже, что клуб не в состоянии оплатить долги банка. Йеллингем, как я сказал здесь перед всеми, вы не можете отдать этот календарь. Я хочу изучить его. Мы должны обсудить это до начала церемонии награждения. Я уже предупредил другого участника. Захарий Грейсток. Послание сэру Чарльзу от Захария Грейстока. Жертвы. Ага, он просил его не избавляться от календаря. Ого. Захарий Грейсток. Чарльз Йеллингем, руководитель клуба. Интересно, кто это? Гватемала, 81 год. Сомневаюсь, что это фотография с турнира. Опа. Похоже, фотография подделана или повреждена. Возьму с собой. Ах ты хитрый лис, Шерлок. Что ж ты делаешь? Ну, я чувствую, мы ее на нашем лабораторном столике будем разбирать. Покапаем на нее всяких штук. Ого. Коллекция покойного мистера Бромсби. О, у него тоже... эти штуки. Коллекция покойного мистера Смита. О, а тут прям... Так. Коллекция покойного мистера Блинхер... Кто на... Ой, сложно, короче. Ого. Так. Коллекция покойного мистера Садерленда. Да, у них тяжелые фамилии. Я не факт, что их читаю правильно. Коллекция покойного мистера Роберта. Вот это шар. Неплохо. Так. Это фрагмент намеренно отрезали ровно. Интересно, что это? По-видимому, это часть золотой статуи из Гватемалы. Чистое золото стоит целое состояние. Круто. Это антиквариат выглядит довольно ценным. Эти вещи только что доставили. Они из коллекции древности Захария Грейстока. Любопытно, все люди, собравшие эти коллекции, мертвы. Круто. Еее, вот это весело. Этот металлический глобус выглядит впечатляюще. Полностью согласен. Чего-то не хватает. Ага, обыскать гостиную клуба. Так, где же могут быть эти недостающие части? Второго этажа здесь нету. Так, в медведе тоже нету.
ничего не подсвечивается. Главное не протупить здесь минут 10-15. Ух, сколько всякого. Телеграмма. Ага, требует анализа. И спросить. Ага. У нас два вопроса появилось для товарища этого. Bits are missing. Где же достать недостающие части? Давайте, может, сначала с этим типом поговорим. Сэр Чарльз, вы сообщили мне, что не знаете, с какой целью приходил мистер Грейсток. Да, верно, понятия не имею. Так. Угу. Телеграмма, да. На самом деле имеете. Мистер Грейсток написал вам на намерение прийти еще с одним человеком. А, да, верно. Он устроил скандал по поводу календаря Майя. И он захотел встретиться со мной до церемонии. Но я точно не знаю, чего же он хотел, или кто этот другой человек, с которым он собирался прийти. У вас в клубе прекрасная коллекция с одной настораживающей деталью. Все эти вещи от членов клуба. Ключ от двери. Посмертное пожертвование. Но только от умерших членов, включая мистера Грейстока. Да, но таковы правила клуба. Все члены обязуются пожертвовать свои личные коллекции клубу в случае смерти. Так, интересно. Ну, нам нужно исследовать фотографию, судя по всему. Потому что иных вариантов пока я не вижу. Долги клуба. Сэр Чарльз желал смерти Грейстоку, чтобы получить и продать коллекцию. Ну да, он мог продать любую другую коллекцию из клуба. Так. У сэра Чарльза были время и возможности подготовиться к приходу жертвы. Так. Ага, ну все, остались только три этих. Так, и вот мы и приехали меж тем. Так, похимичим немного. Эта часть была покрыта краской. Нужно узнать, что под ней. Надо ее растворить. Пепеф.
Теперь аккуратно сотрем краску мягкой тканью. Аккуратно, я тру как ненормальный. Это женщина какая-то, судя по всему. Давай, давай, три, 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 три. Ну, я уже все стер. Больше нечего тереть. Ага, на этой фотографии есть еще один человек. Я могу вам чем-нибудь помочь? Взгляните, тут человек с опухшим глазом, который был удален с фотографии. Повод для дискуссии. Как думаете, Ватсон? Возможно, хотя я и вижу здесь характерный симптом редкого тропического заболевания, распространенного в Южной и Центральной Америке. Южная Америка, блестящий, Ватсон. Счастлив помочь. Оно смертельное? Есть вероятность, что он выжил. Я бы спросил сэра Чарльза, но кто знает, что он скажет. У меня идея. Есть только одна больница для таких пациентов, клиника тропических болезней. У меня там работают друзья. Вот как. Что, шансы невелики, но я к ним схожу, если они в Лондоне, они его видели. Если он в Лондоне, чего еще раз? Так, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Что ж, шансы невелики, но я к ним схожу. Если он в Лондоне, они его видели. Вот так вот. Так, что у нас дальше? Ага, спросить про этого человека. Текс. Клуб. Так, ничего нового, да? Вот мы и на месте. Сейчас мы у него все спросим, как на духу выдаст. Эй, ты! Я нашел эту фотографию на стене, на ней есть вы, но знаете ли вы этих людей, а именно джентльмена с опухшим глазом? О, его это бедный мистер Альбейт, он умер от лихорадки во время экспедиции в Гватемалу 14 лет назад. Мы искали храм Кичимая, но все пошло не так, мы не смогли войти в храм, и экспедиция закончилась неудачно. Здесь я и вот Захарий. А это Бернард Марли, тоже член клуба. Он здесь, возле пьедестала. Кстати, он и был тем, кто создал эту ужасную статую. Он ее сделал примерно 10 лет назад. Альбейт был членом клуба. Где его коллекция? Черт возьми, если б я знал, мы ее не нашли. Ага, а может ее сучка продал? Так... А, проклятие реально. Проклятие тыкуна Омана реально и нет, это херня. Проклятие не существует, люди просто так объясняют случившееся. Так. Сэр Чарльз знал о проклятии, у него была отличная возможность. Сэр Чарльз не знал о существовании проклятия, возможно, это дело не делает его убийцей. Ну, предположим. Ага, не складывается, да? А почему не складывается? А если сделать вот так и вот так? Да ну, бред какой-то, невозможно так быстро.
Сэр Чарльз Йеллингем – убийца. Он использовал легенду о проклятии, чтобы убить Захария Грейстока и завладеть его коллекцией древностей. Сэр Чарльз выдумал убегающую статую, чтобы скрыть свое преступление. Обвинить сэра Чарльза. Сэр Чарльз убил ради денег и власти, чтобы присвоить коллекцию древностей Захария. Он должен сесть в тюрьму. Сэр Чарльз убил под давлением обстоятельств больших долгов. Он заложник собственной жизни. Должен думать о карьере и семье. Нет, это херня полная. Это херня полная. Пока так оставим. Отлично. А с тем чуваком мы тогда уже поговорим в следующей серии. А на этом всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и удачи.